Лучше дома посидеть. Обязательная самоизоляция для граждан в возрасте 65+ снова продлена. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Согласно изменениям, для оформления листков нетрудоспособности, период, в течение которого лицам в возрасте 65 лет и старше необходимо соблюдать режим самоизоляции, продлен до 31 марта. Как пояснил губернатор, после этого такая процедура будет носить лишь рекомендательный характер, поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается. И сегодня же стало известно, что глава региона подписал постановление, предусматривающее возобновление с 1 апреля 2021 года льготного проезда на общественном транспорте на территории региона для лиц в возрасте 65 лет и старше. По данным регионального Минтранса, если на момент приостановки действия льготной карты у пользователя сохранялись неиспользованные поездки, то с 1 апреля ими можно будет воспользоваться для оплаты проезда. Если на момент приостановления действия карты у пользователя предусматривался льготный безлимитный проездной, то с 1 апреля такой проездной будет автоматически продлен еще на месяц.